Ребят, кто присоединился, напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Перезашла. Так, все. Вроде бы все, да? Угу. Видно. Все, отлично. Видно и слышно. Все, отлично тогда. Ну, надеюсь, что сейчас уже ничего не выбьет. Угу. Вот. Ребят, хотела бы сказать про рождение аватара, про этот марафон. Этот марафон, я постараюсь в него вложить максимально того, что я сейчас увижу в ребятах. Максимально того, чтобы вы понимали, откуда у нас что идет. То есть желудочно-кишечный тракт – это отношение между мужчиной и женщиной. Это отношение со второй половиной. Это не только я буду рассказывать, что это значит, как это значит, куда это значит, но и мы будем с вами говорить, что может быть, что можно сделать, чтобы эти симптомы облегчить. Это как травками, как, естественно, психосоматика, естественно, через голову мы пойдем. Какими продуктами питания и, естественно, какой гладкой мускулатурой, что мы будем делать с нашим желудочно-кишечным трактом, с нашей гладкой мускулатурой, что мы будем делать, чтобы эти симптомы максимально убрать. То есть понимаете, как это работает? На что будет нацелен этот марафон, чтобы вы свой орган не только чувствовали, не только знали, не только понимали, что он дает, откуда у вас вот этот вот, вот эта болезнь, где она сформировалась, откуда она у вас пришла, почему она вам так дорога, почему она вам так ценна, почему вы за нее так держитесь, что в вашей жизни не происходит такого, чтобы вы продолжали это... поддерживать это заболевание в своем теле, как из него, как нужно переформатировать свою голову, какие упражнения сделать, какие травки попить, какой продукт принять, чтобы это, эти симптомы ушли на нет. И вот на это будет нацелен этот марафон. Поэтому, если интересно, конечно же, присоединяйтесь. Ну, а пока меня не выбило, я подключила другой телефон, отключила Wi-Fi. Я надеюсь, что меня будет слышно и видно лучше. Вот, вы, если что, пишите, и здесь у меня как раз все ваши вопросы видно. Вот, и я бы хотела, почему я выбрала эту тему? У меня достаточно много вопросов задают, и мы поднимаем в марафонах тему денег, денежного потока, почему деньги приходят, почему они не приходят. И, наверное, все же я сделаю марафон, как что-то связано с деньгами, денежного, вот какой-то денежный поток. Но это будет не про то, что я благодарю того, я благодарю сего, и поэтому я сейчас буду писать какие-то аффирмации, сейчас я буду визуализировать, и у меня придет то-то или то-то. Это будет вообще не про это. Это будет про осознание того, что тебе конкретно нужно для твоего физического тела и для душевного роста. Что конкретно тебе нужно? И если тебе нужно сидеть на помойке, на картоночке, чтобы жопу не заморозить, то у тебя это и будет. Если тебе будет кайфово в раскрытии, в глубине себя кататься на яхте, то у тебя это и будет. И этот марафон будет конкретно про это, чтобы вы осознавали, про что это. Вот. А почему появилась эта тема? Потому что у меня на сегодняшний день так сложилось с моей сейчас сферой деятельности, что я безмерно, чему я очень благодарна. И в моей жизни есть абсолютно разные люди, вот прямо от слова совсем. И есть люди, которые максимально финансово независимы. И есть люди, которые, у которых практически нет финансовой поддержки,
ниоткуда, и даже от самих себя. И настолько эти люди разные, то есть у меня есть знакомые, которые зарабатывают, так скажем, большие деньги. Я не буду говорить в цифрах, потому что, во-первых, я их не знаю, эти цифры, никогда не интересовалась. Но судя по образу жизни, что, ну, достаточно большие, то есть это, ну, больше миллиона в месяц, да, и даже больше 5 миллионов в месяц. Вот. И есть такие люди, которые зарабатывают такие суммы, они, если их с ними начинают разговаривать, если чуть-чуть копнуть, то ты понимаешь, что они настолько несчастны, их настолько нет у себя, они пытаются компенсировать вот это вот все нутро себя через финансы. И это о чем говорит? Это в первую очередь говорит же не о том, что это плохой человек. Ну, вы знаете меня, да, у меня вообще нет такого понятия, что такое плохое или хорошее. Но вы в то же время понимаете, мы все с вами понимаем, что финансы – это та же материализация материального мира через энергетические ресурсы. И когда вы не можете найти себя, неважно в чем, либо себя, либо грань себя в мужчине, в женщине, в какой-то внешности, еще в чем-то, и вы эту энергию начинаете закручивать, материализовывая в другом контексте материальной субстанции, максимально погружая свою энергетику в то, что вы умеете делать. И у вас получается, что материальная сторона, она как бы дает вам определенное раскрытие себя, но это раскрытие себя, оно не... Вы не можете раскрыться, потому что вы не знаете себя. И вроде бы оно вам дает для раскрытия себя, и в то же время, не понимая, нет возможности вот это вот уловить себя, вот эти вот моменты, вот за ниточки, чтобы вот себя схватить, увидеть. И когда нет вот этой возможности схватить себя, увидеть себя, вы начинаете себя прикрывать какими-то моментами, аспектами финансового благополучия. То есть, а я тогда схожу вот туда, вот, а я тогда куплю себе вот это, а я тогда сделаю вот так-то. И вы вроде бы себя как бы успокаиваете, что у вас все замечательно, а душа-то болит, там как кошки скребут на душе. Знаете такое выражение? Это как раз вот про это. Когда вы свой потенциал, свой ресурс, свои возможности, свою вот этот вихрь, когда вы тратите не на себя, а на закрывание каких-то моментов, чтобы не болела душа у себя. Потому что душу вы чувствуете, а чья душа — не понимаете. Ну нет, конечно же, вы знаете, что это такое, но вот это скрежетание как раз это про это. И есть, конечно же, люди, у которых вообще гол как сокол, но он может плясать и петь, а другие этого не могут себе позволить. И вот, ребят, смотрите, есть у вас деньги или нет у вас денег, это не имеет абсолютно никакого значения, вот от слова совсем, чтобы найти себя. Если вы не можете стать счастливым, вот тотально счастливым, не потому что я это могу, это моя проработка, это мое внутреннее состояние, да, я так и сделаю, не про это. Если вы можете быть тотально счастливым, сесть на картонке, на помойке и быть просто в таком восторге, просто от того, что вы являетесь какой-то крупинкой этого жизненного потока. И если вы можете быть таким же счастливым, взять эту картонку тут же и пойти, и, не знаю, там, прокатиться на дорогом,
не знаю, на дорогущей машине, на какой-то крутой яхте, и быть таким же счастливым, просто потому что вы являетесь песчинкой, частичкой этого жизненного потока, в котором вы течете, вот тогда у вас будут те ресурсы, те возможности, чтобы раскрывать дальше себя. Но если вы себе начинаете просто в наглую врать, что я счастливый от того-то и от того-то, неважно от чего, от того, что я умею зарабатывать, или от того, что я вот такой вот, мне деньги не нужны, я и без денег могу. Что значит врать? Когда вы понимаете, что вы, например, можете себе придумать человека и наделить его какими-то определенными качествами, которыми этот человек не обладает, но вы в своем мире уже навешали на него ярлыки, и в какой-то момент вы поняли, что он этими качествами не обладает, которые вы навешали. Если вы где-то в глубине души очень маленько вот этого теплица, состояние обиды на этого человека, состояние несоответствия этого человека вашему внутреннему миру, знаете, вы себе врете, нагло просто врете. Я бы, конечно, смогла сматериться здесь уже, потому что это действительно так, это прям по-жесткому врете. У меня сейчас очень много людей встречаются и говорят, что ой, нет, я знаю, что такое благость. Вот я вот познала эту благость или познала, неважно. Вот я, у меня уже нет вот этого, у меня уже нет того, у меня уже нет вот там чего-то там еще. И вот вроде бы все замечательно. Ты с этим человеком общаешься, но ты-то его сразу же видишь. Но если ты ему скажешь это в лоб, то он начнет, да нет, начнет сопротивление. Если вы в чем-либо начинаете сопротивление чего-либо, знаете, вы себе врете. Если у вас где-то ёкает, что ну чё он там ко мне так относится, ну чё она ко мне так относится, чё она мне это говорит, если у вас что-то ёкает, вы себе врете. Если вы понимаете, что, если вы видите, что человек, он делает хорошие или плохие поступки, хорошие или плохие, вы себе врете. Если у вас идет вот к этому человеку какая-либо симпатия глубинная, а к этому неприятие, вы себе врете. И пока вы себе врете, вы никогда не будете в этой материи, в материальном достатке. И материальный достаток – это не про деньги. Материальный достаток – мы все в этом мире состоит из материи. Вы состоите из материи. И вы никогда не получите материального достатка. Этот материальный достаток, он в чем-либо будет выражаться. Либо в финансах, в шуршащих денежных средствах. Либо это материальный достаток будет выражаться в противоположном поле. Либо этот материальный достаток будет выражаться в ребенке. Хоть в чем материальный достаток в материальном мире – это одна из частей, это одна из граней вас. Это та грань, на котором держится этот материальный мир. И если вы считаете, что материальный мир – это как раз про деньги, то это не так. Материальный достаток – это как раз это та основная грань вас в этом материальном мире. И если у вас на сегодняшний день не складываются отношения, например, с противоположным полом, например, с ребенком, например, с финансами, например, еще с чем-либо, что касается этой материи, то вы себе врете, то у вас нет материального достатка. Потому что если у вас нет второй половины, а вы ее очень желаете, либо вы можете сказать себе, я не желаю, потому что у меня не получается, или у меня очень часто получается, но вот такого, какого хочу, у меня нет, это как раз о том, что ваш материальный достаток на минималках. Вы можете укрываться как одеялком деньгами, но это вам ничего не даст. Если у вас какие-то сложные отношения с вашим ребенком,
неважно, сколько ребенку. Просто, конечно, мы там до определенного возраста, например, до 10 лет, можем более или менее умело управлять своим ребенком. Ну как управлять? К ногтю его прижимать, что потом выхлестнет в определенный момент. И это опять же, у вас нет материального достатка. Материи в материальном мире вас не хватает. Вот про это. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, когда вы это начинаете прорабатывать, только после этого вы становитесь цельным. Понимаете, я вам все время говорю, насколько мы многогранны, насколько мы объемны, насколько мы могущественны, могучие, могущие, глубокие. Потому что в нас столько граней, и в нас, у нас создана наша жизнь, у нас, нам дана эта жизнь, чтобы мы проработали все эти грани. И неважно, сколько времени это займет. Если ты готов эти грани проработать и идти на следующий уровень сознания себя, осознания себя, то ты можешь это проработать и в течение какого-то времени. И после проработки, после возвращения к самому себе, тебе же уже не важно, когда ты умрешь, по факту. У тебя нет страха смерти, потому что ты уже есть, у тебя уже все прошло. Страх смерти у нас появляется когда, ребят? Страх смерти у нас появляется только тогда, когда мы понимаем, что мы что-то здесь не доделали. Мы что-то упустили, мы что-то недопрожили. Мы что-то не доделали, мы недолюбили, недосмотрели, недоскучали, еще что-то. И только когда мы осознаем, что я есть цельный, и я все это прошел, тогда не важно, сколько ты будешь жить. Ты можешь умереть прямо сейчас, и тебе не страшно. А можешь прожить еще много-много сотни лет. Потому что наше физическое тело, оно может жить намного больше, намного дольше, чем мы думаем, чем мы планировали. Потому что нам закладывают план нашей жизни изначально. Нам говорят, что вот здесь вот ты становишься юношей, там подростком, юношей, молодежью, зрелым человеком, старым человеком. А по факту это не так. Вот. Ребятки, если есть вопросы, задавайте. Если кому-то непонятно, как раскрыла тему, напишите тоже. Светочка, ты хороша всегда. Спасибо, Глазенька. И, конечно же, будет здорово, если бы вы под видео написали, какие темы интересны, и мы бы их раскрыли. Потому что сейчас, я не знаю, я хочу сейчас раскрыть тему B12, насколько нам нужен B12, за что он отвечает. Но я не уверена, что YouTube пропустит и не заблокирует канал. Сейчас, ребят, если ты говоришь на какую-либо не очень актуальную тему для нашего социума, тем более мы сейчас в такой ситуации, в подвешенной, я бы так сказала, да, что какое-то неверное движение, неверное слово, и твой канал блокируют. Вот, поэтому, конечно же, ребят, подписывайтесь на другие каналы, подписывайтесь на Boosty, там есть все эфиры, которые выкладываются, подписывайтесь на телеграм-каналы, это Лаврова Светлана, либо Школа Автономии, а на Boosty тоже Лафлана, Лаврова Светлана, подписывайтесь, там будем вести эфиры, если что, потому что у нас уже было несколько предупреждений по каналу, что я раскрываю не очень корректные темы, которые интересны данным определенным каким-то, видимо, сообществом, людям или еще чем-то. Вот, поэтому
чтобы не потеряться, подписывайтесь на другие мои каналы, все ссылки под этим видео. Вот, и тогда мы с вами точно не потеряемся и будем, конечно же, в других местах, потому что хотелось бы рассказать про B12, и я расскажу обязательно, за что отвечает этот витамин, и почему у некоторых людей он отсутствует, и почему люди живут без B12. Но не факт, что я смогу об этом рассказать именно здесь. Вот, поэтому это будет, скорее всего, в марафоне рождения аватара. Я про это расскажу, про B12. Вот, потому что он будет проходить в Телеграме, и там спокойно можно посмотреть. Вот. Как выйти из игры? Как выйти из игры? А если ты познал эту игру, то ты, выходя из игры, ты куда хочешь прийти? Вот смотрите, ребят, у нас есть два состояния. Когда мы выходим из чего-то, и когда мы идем к чему-то. Вот когда мы выходим из чего-то, то тогда что ты хочешь в сухом остатке? И когда мы идем к чему-то, вот тогда мы видим, к чему мы идем и что позади нас, что мы проходим. Это два разных состояния. Железо и эфирин, интересно очень. Ребят, не дадут мне на Ютубе, я, вернее, могу провести этот эфир, и кто будет на эфире, он его сможет послушать, но в дальнейшем, скорее всего, заблокируют канал. Вот. Либо на время, либо еще на что-то. Неинтересно это для каких-то моментов. Вот. Но будем смотреть, буду эти темы в любом случае раскрывать в закрытом клубе, потому что он в Телеграме. Вот. Про витамины, про железо, про цинк, про все вот это вот. Потихонечку буду раскрывать в закрытом клубе в Телеграме. Вот. И ну, на марафоне очень много раскроем этих тем. В закрытом чате будет... Да, в закрытом клубе, конечно же, поговорим, ребят, об этом. В закрытом клубе я могу об этом говорить, потому что там в Телеграме пока это все можно. Вот, и там будем поднимать эти темы. Просто у меня то одно, то другое, то третье. Конечно же, будем говорить, просто там время будет варьироваться разное. Вот. И в любом случае, если кто-то не сможет присутствовать, там все эфиры у вас есть в записи. Можете пересмотреть в любое удобное для вас время. А если хочешь и не получается, и уже надоело хотеть, это обман себя или разочарование? О, нет, это твой первая твоя ступенечка к познанию себя. Это, ребят, когда, знаете, вот и это уже попробовал, и это попробовал, и это попробовал. Потом садишь, такой, руки опустила, думаешь, ну все, ничего не хочу, все уже надоело. И вот тут срабатывает, оп, и когда у тебя нет ожидания тотального, и вне ожидания ты приходишь к себе. Это уже другие процессы. Мы, наверное, тоже об этом поговорим. Так, Анастасия, я поняла, что ты есть в закрытом клубе. Напиши, пожалуйста, вот либо этот вопрос в закрытый клуб. Потому что в закрытом клубе не потеряется. Там я четко вижу эти сообщения, они как бы у меня остаются. Там немножко другая система. И я посмотрю, смогу я сделать это в открытом эфире. Тогда я сделаю. И как раз мы поговорим о том, что происходит, когда тебе уже ничего не хочется. Что это? Разочарование? Или первая ступенька легкости себя? Как это отследить, что происходит? Ну что, ребятки, буду я заканчивать. Я всех благодарю, очень-очень благодарю за вопросы, благодарю за комплименты. Вот, и с огромным удовольствием мы с вами в ближайшее время, через... Я просто не помню, какой сегодня день недели.
И мы с вами встретимся в ближайшее время на следующем эфире. Тема будет заранее. И в закрытом клубе, наверное, потихонечку будем пробежимся по витаминам. И присоединяйтесь к рождению аватара. Сегодня понедельник, да? Почему мы в понедельник ведем эфир, а не во вторник? Мы же по вторникам вроде ведем эфир. Подписывайтесь, ссылочка тоже точно так же будет здесь, закрепленная. Рождение аватара к марафону. 3 дня, ребят, будет бесплатных, поэтому вы можете посмотреть, насколько вам это актуально и интересно. И если вам это интересно, то вы пройдете уже в следующую версию. Вот. Я вас всех благодарю, всем огромное спасибо, обнимаю вас крепко. До новых встреч!